Президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора управления по связям с общественностью Энтони Скарамуччи. Скарамуччи был утвержден на этот пост в Белом доме всего 10 дней назад, но не успел официально вступить в должность. По информации американских СМИ, поводом к отставке стала грубая критика высокопоставленных сотрудников аппарата президента. При этом в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс говорится, что господин Скарамуччи решил, что лучше предоставить новому главе аппарата Белого дома Джону Келли свободу действий и возможность собрать его собственную команду.